Всем привет, с вами снова Сергей Романович. И сегодня очень хорошее событие. Я нахожусь в Царицыно и иду на турнир по бадминтону. Ребят, вы посмотрите, какой большой дуб. Ему уже лет 400, наверное. Посмотрите, какой он высокий. Посмотрите наверх, эти ветки такие здоровые. Ребят, сейчас я попробую хлопнуть. Я дошел! Отлично, ребят! Ай! Крапива обжегся! Мы пришли на поле, но немножечко рановато, поэтому сейчас будем разминаться. Что-то я сегодня на тренировке проиграл 48-1. Что-то сегодня никак в себя не приду вообще. А кому ты проиграл-то? Столбу? Да. Но он лучше меня играет, видите? Видите, как он правильно держит ракетку? Не то, что я. Вот, смотри. Попробуй поиграй с ним. Ну все, я тебя сейчас порву. Знаете, друзья, мы что-то очень рано пришли, никого нет и очень скучно. Вот сейчас думаем, чем заняться. Нет, где-то. Ладно, сейчас наберу камушков. Камни никто не охраняет. Так кто-то есть. Там кто-то спит, наверное. Ба! Вот. Вот. Их я буду как лягушками вот так вот кидать в воду. Давайте пойдемте уже к пруду. А кто-то из норы только что выпрыгнул. Бежим! О, господи. Вообще монстр какие-то шагают. Вообще тут такое количество огромных комаров. Ой, у меня аж все тело уже чешется, они меня всего уже искусали вообще. Так неприятно. Ребят, интересно, я вот до туда доброшу. Фух, на счет три. Раз, два, три. Это было очень круто. Круто, да. Так, давайте еще один залп. Подводная ракета. Минус корабль. Так, осталось два последних. Давайте прям как трибушет запустим. А я обжегся крапивой. Я хотела вот так вот кинуть и прям рукой об крапиву. А-а-а, жжется. Что такое? Ладно. Давай. Раз, два, три. Все. Все салпы, к сожалению, кончились, но это было классно. Еще в крапиву ужалился, тоже классно. Ладно, давайте пойдемте дальше. Что нас ждет дальше? Run.
Вот, ребят, уже и люди подтянулись, и самовар принесли. И сейчас блины будут готовить. Скоро начнутся соревнования. Двое против одного? Это как-то нечестно. А вот это мой дядя играет. Он волейболист. Вот представляете, от самовара куда-то потерялся, знаете, такой кран, чтобы вода текла. Вот теперь чай не попьем. Хотя, может быть, где-нибудь все-таки найдем. Давайте попробуем поискать. Оказывается, он висел на ручке самовара, а мы не видели. Вот мы обрыскали всю дорогу и так и не нашли. Оказывается, он там висел. Ребят, к сожалению, для меня парня не нашлось. И, в общем, теперь не поиграю. Хотя, пап, ты умеешь играть в бадминтон? Да. Будешь со мной в паре играть? Не вопрос. Вот. Вот сейчас наступила наша очередь, но пошел дождик. Но дождик нам не преграда. Пошли играть. Мы уже сыграли две партии, и скоро будет решающая партия. И вот пришла моя подруга, Соня ее зовут. Расскажи. Здравствуйте. Ну, я через лето буду тоже заниматься бадминтоном, как Сергей. Что, в паре будешь играть с ним, нет? Ну, может быть, буду играть. И я очень люблю заниматься спортом. Да, вся семья спортивная, прям... Ни одной ошибки нету, прям все спортивные. Все бадминтон играют? Ну, не все. Кто-то волейбол, кто-то бадминтон. Ну, папа умеет играть во все. Ничего себе. А во что вы играете, когда? Ну, иногда мы на брусьях вот висим. Иногда с Мишей в догонялки играем. Да, и втроем. А иногда мы... Покажите, как вы играете в догонялки, как это выглядит. Су-е-фа, су-е-фа. 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 Блин, давай. Ран. Сюда! Не пойду. Третий этап закончился, и сейчас мы идем пить чай. Ой, слушай, надо было сразу зайти. С такой забили вообще просто. Вот и подошло к концу наше соревнование. Мне очень понравилось. Все команды были очень сильными, но мы тоже.
В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите хорошие комментарии. А с вами был Сергей Романович и Соня. Не прощаемся!